Привет, мои любимые! Добрый, прекрасный, ой, доброе, прекрасное питерское утро. Думала, уже день, а еще утро, времени 8 утра. Прилетели там мои красавчики. У нас с вами 21 января 2022 года. Пятница, ну и что ты не резко снимаешь? Пятница, день инженерных войск Российской Федерации. А мне сказали день обнимашек. Не забудьте поздравить Антона, Виктора, папочка, поздравляю, Георгия, он же Жора, отчим мой, он же Гоша, Егора, Егор, поздравляю, Юрия, Григория. В общем, всех поздравляем. Давайте я там свет включу. Прилетели мои красавчики, надо их покормить. Да чё ж ты не резко снимаешь? Что с тобой? Эй, птицы, вы где? Птицы? Не знаю, сколько погода. Что-то их не видно. Птицы? Сегодня, по-моему, солнышко будет. Давайте посмотрим, сколько градусов у нас в Питере. Я вот Ирину смотрю, что там с погодой. Давай, Люся. Погода СПБ. Сейчас глянем. Погода СПБ. 3 градуса мороза. Постоянно не резко снимает. Но как хочет. Птички? Птички, вы где? Птички? Птички, птички. Вон они сидят там на крыше. Не знаю, видно вам, нет? Вон он там голубочек сидит. Вот тут прям. Не видно. Вон он, да. Там еще летают. Все, улетели. Вон голубочек куда-то полетел. Давай, летите сюда. Я их так зову. О, прилетели. Что-то плохо так сыпется. Теперь нормально. Нормально, Константин. Все, идите кушайте. А я пошла. Где вы там? Где-то кукухают и не летят. Ладно. Пойдемте, мне надо на почту зайти, мне надо за водой, потому что воды осталось немножко совсем. Короче, каждый день таскаю воду. Я водонос. Мне вчера подруга сказала, ты водонос. А я ей сказала, а ты водохлеб. Классно, есть свет. Ладно, берем мусор. Включаем. Закрываем. Забыла, сколько там у нас? 3 градуса или 2? Ну, в общем, я все еще без шапки. Привет, мои любимые.
Привет, привет. Пойдемте. Сейчас мусор возьму. Опа. Неудобно, надо поудобнее взять. Пятница. День объятий, мои любимые. Так что обнимайте своих любимых. И я вас всех обнимаю. Ну да, снежок был ночью. Прохладно, скажу я вам. И все, опять позамерзало. И идет мелкий снег. Не знаю, как вам показать, что идет снег. Как-то, наверное, не показать. Чайки кричат. Вон, смотрите, сколько их там много. Летает. Морской город у нас. Может, отсюда видно, что снег идет? Не, не видно, потому что мелкий. Тут все позабирали. Экскурсию проводить негде. Вон сколько там чаек летает. Красавчики. Что-то он не резко у меня сегодня снимает. Видно, у него настроение такое. Нерезкое. Ну ладно, пойдемте на почту. Куча дел. Не знаю, как показать, что снег идет. Но он правда идет. Мелковастенький. А там огромная луна. Смотрите. Сейчас увеличу, покажу. Вон она. Видите, какая огромная. Фу-фу. А, может так, когда увеличиваю, видно снежок. Немножко, да. Меня ругала вчера подруга. Говорит, смотрела твое видео. Ты прям по дороге ходишь. Я говорю, ну как там ходить? Там все скользко. А здесь на проезжей части нормально. Не скользко совсем. Я нормально поспала вообще. Больше 3 часов уснула. Часов 10. И проснулась час где-то 1:30 ночи. Вообще класс. Правда, больше 3 часов поспала. Так, теперь можно сказать бодрячком. Чайки так высоко летают вообще. Огромные. Ладно, пойдемте. Пойдемте. Ай, скользко. Сейчас выйдем на дорогу. И должно быть не скользко. Хотя не факт. Сейчас где-то 9:12. Можно сказать, для Питера раннее утро. Потому что в Петербурге люди любят поспать подольше и лечь попозже. Ну, в основном я так замечала. Ауди красненькая. Значит, все хорошо. К радости.
Какая лужа огромная. Сейчас машина в нее заедет. Прям в лужу. Вот так вот. Как лодка. Я иду черепашьими шагами, потому что скользко. Все тут было мокро вчера. Вы же помните, мы гуляли. И сейчас подморозило. Реально очень скользко. Собачка. Собачка какая миниатюрная. Вот он тут лёд выбивает. Работник. У меня кто-то спрашивал. Там вон тоже, где собачка. Ауди. Кто-то спрашивал. Ириш, а давали тебе квартиру, когда ты дворником работала? Нет. Меня официально устраивали, но никакой квартиры не давали. Вот. Нету сейчас таких законов. Никто ничего не давал. Ой, блин. Иду, правда, как корова на льду, потому что скользко очень. Девушка вон побежала. Молодец. А я уже наученная, потому что тогда грохнулась. И это теперь хожу так осторожненько. Я сегодня молчу, я что-то вообще как-то говорить не очень хочется. Это видно после Ирины Хиндилайн видео. Так, полный релакс. Тишина. Кто-то резиночку потерял. Пойдемте. Все. Я думала, он в футболке идет. Нет. Показалось. Инкассаторы приехали. Ой. Врезалась. Так иду рукой машу. Врезалась в девушку. Вот так вот. Она тоже на почту. Молодец. Мне теперь почта приходит на абонентский ящик. Я себе сделала. Где-то у меня ключик. От него сейчас найду. Вот он. А я ж вам показывала. Вот. Мой ящик, на который я жду письмо с Ютуба. Никак не дождусь. Нет, ничего нет. Молодец. Что посмотрела. Хотя надо у девочек эти спросить. Пойдем. Привет. Ага. Мне там должна была посылка прийти. Может, его, ее не кладут туда? Как вы думаете? Посылка, в зависимости от того, какая она большая. Из Москвы. Не знаю, не очень большая. Ну, по
посмотрим по фамилии, по ячейке. Я помню, что вроде что точно не у вас было. А да? По имени, угу, посмотрите, пожалуйста. Ой. Так, что это у меня такое? Вот, вижу. Вот, есть ее здесь. Смотрите.